Прошлое мое выступление было посвящено итогам работы уже бывшего губернатора Владимирской области Орловой. И в зале была критика, что я только плохое поднимаю, а все хорошее замалчиваю. Ну вот я сейчас попытаюсь про другой регион сказать. Ну, сами поймете, есть хорошее или нет. Значит, вот с 2014 года в Волгоградской области как бы появились такие усиленные движения в разные направления. И на сегодняшний день картина, ну, на наш взгляд, требующая нашего внимания. Может быть, даже какой-то реакции. Ну вот с приходом новой команды произошли ряд значимых для области событий. В частности, сразу после выборов было остановлено крупнейшее химическое предприятие «Химпром», которое по ряду позиций химической продукции было уникальным, единственным в России. Вот до сегодняшнего дня, 4 года, оно не функционирует. Во время кампании давались обещания, что Волгоградский тракторный завод получит десятки, может быть, даже сотни миллиардов денежных средств на производство военной техники, там, каких-то технологий. Ну, вот прошло, он обанкрочен, напомню, в 2007 году, вот больше 10 лет, только обещания, пока никакого развития нет. Буквально там пару лет назад также было закрыто единственное в стране предприятие по производству буровой техники. Сейчас китайские компании на нашем рынке фактически единственные, кто производит буровую технику для нашей промышленности, для нефти и газа. Тоже Волгоградский комбинат, который был большой, огромный, тысячи рабочих мест были. Вот только за 2017 год в Волгоградской области было закрыто 7 тысяч предприятий, официальная статистика. 7 тысяч, ну давайте хотя бы на 5 человек работающих, это уже 35 тысяч рабочих мест. Бюджет области на 2019 год 83 миллиарда. Богатейшая область. Из этих 83 миллиардов 23 безвозмездная субсидия федерального бюджета. 15 миллиардов дополнительно это деньги, которые даются области, чтобы отдать дорогие коммерческие кредиты. Чтобы как-то область сегодня сводила концы с концами. При этом с 2014 года долг области с 25 миллиардов увеличился до 52. Ну, я попытался найти какие-то положительные вещи, что-то хорошее наверняка есть, я уверен. После меня выйдет представитель «Единой России», он скажет об этом. Неделю назад вышла статья в российской газете, что сегодня есть проблемы у самого крупного предприятия Волгоградской области «Красный Октябрь». Это металлургический комбинат. Для тех, кто не знает, это единственное предприятие в стране, которое производит спецсталь, из которой, из этой стали делают броню для наших армат. 3 года администрация и силовики прессуют это предприятие. Это крупнейшее предприятие области. Работало 10 тысяч, раньше 12 тысяч, потом 10. Сегодня меньше 4 тысяч работает. Все имущество арестовано, счета все арестованы, ежеквартально налоговые претензии, инспекции. Весь менеджмент под судами, суд, значит, 3 года возбуждают уголовные дела, 1,5-2 года закрывают за отсутствием состава преступления. То есть фабрикуют просто для того, чтобы всячески заставить закрыть предприятие, реально закрыть, просто осада предприятия. Но еще раз подчеркну, если речь идет о каких-то там предприятиях, магазины, которых тоже в Волгоградской области компания «МАН» была обанкрочена и потеряла, так сказать, своего бывшего владельца. «Царь Продукт» тоже сменил своего владельца. По такой же схеме, схема одна и та же. Налоговые претензии, сотни миллионов рублей. В это время возбуждают уголовные дела в отношении руководителей. Руководителей, значит, следственный изолятор, после чего компания меняет своего владельца. Ну, понятно, механика ясна. Поэтому сегодня, коллеги, я вышел сюда не для того, чтобы еще раз обрушиться с критикой в отношении кого-то. Еще раз подчеркну, речь идет о крупнейшем предприятии Волгоградской области. 4000 человек работающих выпускают уникальную продукцию для нашего оборонного комплекса. В настоящий момент я лично туда полетел, не поленился в эту пятницу. Ситуация критическая. Если мы с вами не вмешаемся, у нас не будет арматы, у нас не будет практически никакой бронетехники, потому что других предприятий просто в этой отрасли, к сожалению, пока нет. При этом Трамп, вы знаете, выходит из соглашения по ракетам малой и средней дальности, они наращивают гонку вооружения, в это время мы свою отрасль оборонную уничтожаем. Поэтому, коллеги, я обращаюсь к вам, я надеюсь, мы вместе подключимся, просто давайте хотя бы поглубже разберемся в этом вопросе. Ситуация критическая. Спасибо.